Сегодня в шоп завезли новый дом в новогоднем стиле, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ну что ж, посмотрим, что он из себя представляет. Дом идет спецпроектом, это значит, что ресурсов для постройки не потребуется. Территория 28 на 28, как у ротонды, налог 25 векселей в неделю, вне зависимости от количества построек, а снос по спецпроекту обойдется в 12 бумаг домовладельца. Все внешние декорации встроены, из моих только этих две елки и корзинка. Дом в зимнем стиле, но, увы, в игре только одна реально зимняя локация – это морозная гряда, так что с этим снегом на крыше он не особо вписывается в остальных локациях, разве что в долине талых снегов на фоне заснеженных гор. С виду дом двухэтажный, но второй этаж фейковый, забраться туда никак нельзя, лестницы внутри нет. Корзины заказов тоже нет. Но зато уголек можно взять сразу на 3 дня. Насколько я знаю, в игре на текущий момент это единственный дом с таким угольком. Возможно, на следующий год добавят возможность улучшить этот дом, как это было с этим каменным особняком, тогда, быть может, и появится второй этаж и корзины заказов. Изнутри дом перекрасить нельзя, так что придется довольствоваться деревянным полом и потолком. На окне два места, где можно посидеть, когда садишься, над персонажем появляется снег, ну и сам персонаж тоже бревном не сидит, а производит различные телодвижения. Внутри места не сильно много, так что с новогодней мебелью особо не разгуляешься. Очевидно, практической выгоды от дома нет, разве что очередная постройка, необлагаемая дополнительным налогом ради тех же квестов на векселя. Но 2000 кристаллов за такое как-то уж слишком жирно, в голде это чуть больше 20 тысяч. Короче говоря, дом чисто декоративный, тематический, под различные новогодние инсталляции для скриншотиков, видосиков и тому подобного, вот как-то так. Если вы играете на сервере Шаеда, то дом можно посмотреть вот тут, в долине талых снегов.